прибыл программатор для программирования микропроцессоров, для разных устройств. Так, откроем, поглядим, что здесь пришло. Так, вот такой вот программатор. У меня дома есть программатор, я использовал его самодельный, но решил взять покультурнее чуть-чуть, чтобы меньше заморочек было. Вот такой вот. Так, он находится здесь. Так, открыть я, конечно, сейчас не смогу. Может, потом, позже открою. Ну, вот в таком исполнении пришло это дело. Так, ну тут, конечно, не написано ничего. Желательно, конечно, чтобы было написано. Или самому может подписать. Наверное, сам потом кембрики повешу, какой куда будет идти. На TX, на RX или на Землю. Вот это Земля явно. Вот это RX, TX. Это плюс, наверное. Ладно. Подключу, тогда проверю, как все работает. Узнаем. Итак, программатор проверил, работает. Отлично. Культурненько сделаны. У меня был старый программатор, который еще был сделан из зарядки, я не помню, или от Nokia, или еще чего-то. На кабеле была вот такая штучка. Она как раз подходила для программирования. Я поехал на базар, нашел у скупщиков такой кабель с такой микросхемой и сделал программатор себе. Внутри эта коробочка выглядит так. Сейчас, чтобы увидеть чуть поближе. На микросхеме PL2303 сделан. И также новенький программатор тоже сделан на такой микросхеме. Так что драйвера подошли. Хорошо. Драйвера Prolific называется. Сейчас еще посильнее приближение сделаем. Вот такая микросхема стоит. И в новом программаторе. Проверил программатор. Отлично. Все работает. Рекомендую. Спасибо за внимание.